Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня 2 апреля, я понемногу начала рассказывать о том, как я получаю ранний урожай огурцов, какие способы применяем мы, чтобы у нас в сибирском регионе тоже получить огурцы пораньше, потому что во всех регионах с холодным климатом так просто огурцы нам не даются, нужно предпринимать какие-то усилия, чтобы получить огурчики рано-рано. И очень важная тема – это выбор сортов для получения раннего урожая. Вот решили вы получить урожай огурчиков пораньше, чем все остальные ваши соседи в вашем регионе, и для этого нужно подобрать как-то вам сорт. Но перед тем, как я буду говорить о выборе сортов, я хочу вам объяснить, что само понятие «ранний урожай» может быть для каждого из нас иметь разное понятие. Вот смотрите, ранний урожай. Если для тех, кто живет, например, в южном регионе, или кто имеет теплицу, ранний урожай – это очень рано, например, конец апреля, май. Но почему-то все думают, что ранний урожай – это обязательно ранняя весна, это обязательно в теплице. Нет. Еще раз говорю, для каждого ранний урожай свой. Если человек живет в регионе с холодным климатом, если у него нет теплицы и нет никакого вообще приспособления, чтобы как-то укрывать их, утеплять, то для него ранний урожай будет даже тот, который он вырастет в открытом грунте в июне. Просто он будет немного, недели на две раньше, чем у его соседей. И вот для каждого региона ранний урожай – это свое понятие раннего урожая. Вот, например, я живу в сибирском регионе. Для нас в июне огурцы в начале июня – это уже считается ранний урожай, потому что многие, большинство выращивают огурцы просто в огороде, на грядке, в открытом грунте, без всяких пленок, без всяких укрытий, потому что если человек работает, то ему иногда даже нет времени открывать-закрывать. Для него будет ранний урожай это тот, если он вырастет рассаду, например, на месяц пораньше посеет, потом высадит в открытый грунт после 5 июня. И если в конце июня у него уже будут в открытом грунте огурцы, это уже считается ранний урожай. Поэтому сорта для получения раннего урожая тоже разные. И это зависит от региона и от условий выращивания. Вот я расскажу про себя. Я ранний урожай выращиваю в теплице. В открытом грунте я потом, мне уже не важно, как скоро, не скоро они начнут плодоносить. У меня уже будет свой ранний урожай в теплице. Поэтому, раз у меня есть теплица, я могу вырастить намного раньше, чем те, кто выращивает в открытом грунте. Значит, мне нужно выбирать сорта совсем другие, отличные от тех, кто выращивает в открытом грунте. Если они смогут там выращивать и сортовые огурцы, и гибриды, то мне для теплицы нужны только гибриды, потому что я буду их сеять в самые-самые ранние сроки, вот уже сейчас, на этой неделе, или там через несколько дней на следующий. Если я посею сейчас на рассаду, это значит, что через месяц, например, апрель-май, 2 мая, я должна буду высадить ее в теплицу. В это время не будет ни пчел, не будут открываться еще двери у теплицы, у нас еще холодно. Это значит, что никакие сортовые огурцы у меня для раннего урожая не подойдут, только те, которые без применения пчел. Самый лучший вариант партенокарпики, это вот которые вообще сами образуют кисти. Я вот всегда говорю, что я для первого урожая использую Настя, Внучок, Бедретта и, конечно, вот такие вот сорта, которые для теплиц, например, Зазуля. Он для сосолки у меня не идет, у них вот такие вот, ну, большие, длинные вот такие вот плоды. Но для получения раннего урожая, вот у нас, например, в Сибири, это идеальный вариант. Они большую массу имеют. Вот написано 14-20 сантиметра, от 160 до 290 грамм. Если в это время я буду сеять для получения раннего урожая какие-то вот крошечные вот такие корнишончики,
этого будет мало. Лучше всего выбирать сорта, которые действительно большой выход товарной продукции, которые можно будет утолить весь этот после зимы наш голод витаминный. Так что если у вас теплица, если вы хотите получить ранний урожай при закрытых дверях, в самые-самые ранние сроки выбирать только F1, лучше всего самоопыляемые, еще лучше партенокарпики, тогда у вас будет хороший урожай, потому что если вы остановите выбор на простых сортовых огурцах, у вас просто-напросто будут пустоцветы, потому что пчелы еще в это время не работают, им холодно и ничего. Так, про теплицу рассказали. Если вы хотите посеять чуть позже и потом выращивать в открытом грунте, но под укрытиями, тогда вы можете уже выбрать и сортовые, и гибриды. Потому что в открытом грунте гибриды растут. Если, например, сортовые вам не нравятся тем, что там много пустоцветов, мало завязей, все-таки гибрид дает больше, то можно сделать смешанные посадки. Половина вот таких, половина вот таких. Эти вы будете кушать на салаты, эти можно будет потом замариновать. И если вы будете выращивать, например, только в открытом грунте и просто хотите, ну, в открытом грунте просто высадите рассаду и захотите получить на месяц раньше, то тогда, конечно, там уже, вот когда открытый грунт, вы можете вообще не выбирать какие. Можете садить любые сорта. Единственное, что хочу сказать вот про те гибриды, которые именно выведены для теплиц. Вот видите, написано «Зазуля». Для парников и теплиц и восклицательный знак. Лучше эти сорта в открытый грунт не высаживать, потому что самую большую урожайность они дают в закрытом грунте. Вот такие вот, которые апрельский, зазуля, зимний. Вы займете место в огороде, но вы не получите с него ту урожайность, которая заявлена производителем. Вот поэтому я и говорю, что вот, например, да, вот такой балконный тоже не стоит садить в открытый, если вы решите сделать, как посадить, получить ранний урожай, но в открытом грунте. Нужно сорта выбирать очень-очень внимательно и очень осторожно. Если он тепличный, то лучше выбирать его тем, кто будет сеять в теплицу. Если уж он открытый грунт, вот этот как монастырский, там еще засолочные, то в теплицу их лучше не садить на ранних сроках. Будет много пустоцветов, получите опять же маленький урожай, потому что они пчелоопыляемые. Лучше их в теплицах вообще не применять, только в открытом грунте. Вот это небольшой видеоролик, чтобы вы, особенно начинающие, понимали, немного ориентировались, что ранний-то урожай, он бывает разный. Если ранний урожай в теплице, то только гибриды. Если ранний урожай, но он все-таки у вас будет потом в открытом грунте, вы скинете эту пленку, и все лето будут пчелы опылять ваши огурцы. Тогда можете выбрать и вот такие обыкновенные сортовые, классические сорта. От выбора сорта зависит очень много. Огурец у нас занимает второе место по нашей популярности после томатов. И если вы правильно подберете сорта, правильно выберете срок посева, то я уверена, урожай будет хороший, вы свежую продукцию салатами употребите половина-половина, засолите, и еще всю зиму будете любоваться этими красивыми вкусными огурчиками, кушать их, радовать своих близких. Главное, внимательно, вот первые 1-2 года поиспытывайте, какие сорта, в конце концов, у вас окажутся несколько сортов любимых, которые вы будете сеять каждый год. Я тоже испробовала, вот у меня сколько пачек, все сорта я садила, отсортировалась, осталось 3-4 сорта, из года в год я их сажу, и уже мне не надо выбирать сорта и думать, какие куда посеять. Все это у вас с опытом придет. Я желаю вам успешно освоить вот эту всю выращивание огурцов, получение раннего урожая, выбор сортов. Это все просто, но год-два вам придется поэкспериментировать. До свидания, с вами была Ольга Чернова. В Одноклассники больше никого не приглашаю, там у меня проблемы
мошенники постоянно взламывают, создают фейковые страницы, шарятся потом по моим друзьям, делают рассылку. Я, наоборот, сейчас всех удаляю, страницу буду постепенно закрывать. Все материалы, кого интересует, у меня в группе «Огородная азбука» Ольги Черновой. Все фото там, все вот эти вот печатные версии моих видеороликов. Все только в группе. В «Одноклассниках» буду страницу, буду от нее отказываться. Там, ну, не знаю, не могут они защиту этих наших страниц сделать. И все равно несколько раз уже у меня блокировали из-за того, что там активность мошенники, то просят деньги. Если кто-то обратится к вам от моего имени, не верьте, это не я. Мне некогда, я никому не пишу, ни у кого ничего не прошу. До свидания.